Купил мужчина детектор лжи. Решил его опробовать. Первым подопытным стал сын. Он усадил его на стул, нацепил какие-то датчики и начал задавать вопросы. «Так, сынок, скажи, ты сегодня в школе был?» «Конечно, пап», — отвечает мальчик. Детектор «бип-бип-бип». «Ага, лжешь». «Ну ладно, ладно, в кино ходил». Детектор снова «бип-бип-бип». «Хорошо». Пил с пацанами пиво в подъезде. «Что?» — говорит отец. «Да я в твои годы ни грамма алкоголя в рот не брал!» Детектор «бип-бип-бип!» — смеется мамка. «Вон, яблоко от яблони недалеко падает, ведь он же твой настоящий сын!» Детектор «бип-бип-бип!»